Эмиль, расскажи про свою железную дорогу на камеру. Я построил еще шлагбаум, еще сапсан такой, который пассажиры сидят, и электричка по сиденью, и тут управляет. И еще тут есть полиция, кто тут арестовывает. И работник по станции Обнинская. Светофор, когда поезд поедет, и пассажирский поезд. Электричка и, наверное, сапсан. И шлагбаумчик такой у нас, вот он. Открывается, закрывается, и закрывается, и закрывается. Вот полиция, наверное, ну, это лобби, чтобы смотреть на поезда. Камера. И тут хомячок сидит. Еще тут четыре путя сделал. Станции такие. Еще такой медаль. Это я сам собрал. До свидания, ребята. До свидания, Эмиль.